На заводе президент Федерации хоккея России встретился с рабочим коллективом. Мероприятие прошло, как говорится, без галстуков. Третьяк рассказывал о своей жизни, о том, что для него значит спорт. Сегодня к спорту отношения хорошие, и мы спортсмены очень радуемся, что сегодня у нас и будущее по спорту, я думаю, нормально будет. После посещения завода Владислав Третьяк отправился на встречу с молодежью города. В актовом зале Димитровградского техникума яблоку негде было упасть. Здесь собрались студенты высших и средних специальных учебных заведений. Сегодня вы живете в хорошее время. Вы сегодня, если действительно умненькие, сильные, здоровые, и у вас есть возможность сегодня во всем мире и учиться, и любую профессию получить. Легенду мирового хоккея успел встретиться и с прессой. Владислав Третьяк говорил с журналистами о необходимости оздоровления нации путем духовности и спорта. Сегодня спорт и здоровый образ жизни – это главная задача нашего всего государства. Кто побеждает? Кто сильнее духом? Кто сильнее духом, кто себя настроит, у кого сильнее дисциплина, понимаете? Поэтому духовность и физическая культура, она сейчас вместе идет. Не зря патриарх с нами встречается, он напутствие дает. Татьяна Балунева, Евгения Креминская, Анжелика Боровинок, Виталий Немов. Новости Димитровграда.